Потому что это компания SOC, модель Spirit FS02. Очевидно, что данных моделей минимум две. Поставляется в картонной коробке, комплект будет состоять из ножа и ножен. Нужно выполнено из синтетического материала, типа нейлона. Проклепанные. Достаточно надежно выглядят, если честно. Сам производитель нарекает это изделие как нож или модель для выживания. Лезвие может быть использовано в качестве наконечника для копья. У SOG-ов это вторая модель, как уже было сказано, оба ножа пользуются, кстати, достаточно большим спросом на рынке. Одно из основных применений этому ножу — это рыбалка, не фейрите. Я так понимаю, что рыбалка с копьем. Если вы, допустим, нарыбачились, можете прикрутить обратно рукоятку и пользоваться изделием как обычным ножом. Сама рукоятка, кстати, пластиковая. Ножа из-за этого появляется некоторый дисбаланс, так скажем. Вперед его чуть сильнее перевешивает, но я не знаю, не эксперт, я так понимаю, универсальный нож, он всегда обладает какими-то недостатками или перевесами в ту или иную сторону. По характеристикам, длина изделия 277 мм, длина клинка 118, масса практически 300 граммов, толщина клинка 3,3 мм, сталь, трихром 13, молибден, ванадий. Обработка клинка финальная, это обыкновенная черная краска, матовая. В общем, если вы рыбак-выживальщик, можете присмотреться к данной модели. Да и вообще девайс достаточно интересный. Где-нибудь на природе крошить таким колбаску или огурчики, вокруг вас соберется много интересующихся. Что за нож, откуда и почему он так круто выглядит.